Международный день воды отмечается с 1997 года. Цель – привлечь внимание общества, напомнить, насколько важна роль воды в жизни человека и насколько ограничены ресурсы питьевой и пресной воды. Конкретная дата – 22 число, когда проходит больше всего мероприятий. Но и до, и после этого дня во многих странах мира люди, которые связаны с водохозяйством или специалисты по охране окружающей среды, проводят встречи с людьми, чтобы привлечь их внимание. Специалисты предприятия «Удека» в этом году впервые отмечают Международный день воды. Они приняли решение просветить молодое поколение Вентспилса в этих вопросах. Учащимся 3-й и 5-й средних школ центральной основной школы предложили поучаствовать в конкурсе рисунков, чтобы они могли визуально показать, как важна для них вода. На этой неделе для юных художников организованы различные мероприятия. Дети соберутся вместе и узнают, каково значение воды, как она важна для жизни, получат ответы на интересующие их вопросы и заодно познакомятся с Вентспилсским водохозяйством. Классный руководитель 4 А-класса 3-й средней школы рассказала, что дети с азартом приняли предложение участвовать в конкурсе. Желание проявили все учащиеся класса. Когда объявили тему, очень хотелось. И знаете, большей, конечно, частью актуальное вот то, что сейчас весна, половодье. Вот у нас получилось так. На тему «Вода в быту» не совсем много, хотя и было несколько работ таких. На уроке «Чистая вода» дети узнавали, насколько важную роль играет вода в жизни каждого человека, какими свойствами обладает вода и другую полезную информацию.